Доброе время суток, друзья! Это второй урок, посвященный CSGO SDK. Примитивы. С помощью этих объектов мы строим основную геометрию карты. Первым по важности идет блок. Он не имеет никаких дополнительных параметров, просто эффективен. Блок является основным инструментом при создании архитектуры. Arch. Данный примитив используют для создания арок над потолками или же для создания ступенек, видео которых вы можете найти на нашем канале. Wedge. Треугольник, который достаточно часто может использоваться в постройке уровня. Очень недооцененный примитив, которого чаще всего заменяют блоком. Цилиндр. Идеальное решение для создания колонн на нашем уровне. При желании можно настраивать максимальное количество углов от 3 до 32. Чтобы понять все нюансы примитива, советуем к просмотру наше видео под названием «Неровные поверхности». Спайк. Конус. И этим все сказано. Торус. Интересные инструменты, которым мы еще снимем отдельный простой ролик. Ну и наконец Sphere. Создание шаров. Два клика от 3 до 16 углов. Собственно, вот и все.